Поможет ты тогда кинуть. Без разницы, кто, блядь, любит кидать. Ренджу, пожалуйста. Ренджу. Сейчас лужа будет. Лужа не стендмак. Лужа выбегаем. Слушай, отходим. Выйдем на пул. Пивайся уже. С нобальдами миллион разбегайте. А, утроп и БДК вы танчите правую, а Войд пускай танчит левую. Нобальдов убейте. И опять же РНЖ возьмите. Лейла гим по моей команде. Давайте Геру. Геру давайте. РНЖ, пожалуйста, возьмите. О, конечно, рано отвел туда, но ладно. Это все забирать попал. Все, беги в мини-зону, пробегай. И в РД-зону пробеги еще. Молодец. Мишки еще подбеги. Снова пробегайся. Убивай левую. Им на хп Лейла дай. О, молодец. Добивать. Утроп заберешь свой, да. Там БДК же. Води, води. БДК забирай. Забирай БДК. Ну что стоит? У нас еще, кстати, никто не упал, то шанс сделал ДБ. Что, молиться? Молиться? 5 филов. Ну да. Залейте, Мирн. Тигин на ХП дать. Да дай Тигин. Лейла, дай Гимна, ман. Как Тося. Если что, свои дефобилки прижимайте, кто рядом. Давайте. Мне кажется, оп. Снимайте. Ханты, пожалуйста, иступление. Вот я был в центре комнаты, как он иступление смысл? Это бывает. Акрил тропа, да? Давай сейчас. Так, LG. Кто рядом с ним, прожимайте тебе. О! Даже просто не пожалею. Здесь руплут будет. Кому надо, что забирать?
на рецепты, сферы и так далее. Так, давайте восполнять свою ману. Мы уже почти на пути к ДБ. А, Войд, спекайся в кота. Давайте покопите ману. В общем, маги. Маги, Локи. Ну и я. Мы будем на диспеле. Локи, ставьте своих петов на диспел. Давайте еще почекаем на том. Я хочу сейчас босса запустить. БДК. Пожалуйста, не прижимай ироническое. Как появится вулкан, сразу сначала магии, шпшки все диспельте, а потом уже переключайтесь в вулкан. И БДК, как вулкан появится, прожимаешь все. Пропадает. Так, секунду тогда. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Так, меня слышно? Да. Друид, отойди, пожалуйста, оттуда, и там появляется вулкан, тебя может там сразу убить. Пожалуйста, перенеси в РК там человека. Верно, бля. Вот. Ну. И, пожалуйста, как вулкан появляется, все его заливаем, вот оставляешь сакру. И Ренджу, Ренджу самое главное возьмите. РДД все подальше станьте, там у края почти. Вы достанете. Ближе встать. Вот, пускай ШП с друидом поменяется местами. Друид и ШП поменяйтесь местами, пожалуйста. Друид и ШП. Меня слышно? Алло. Да говори, друид. Какой друид, какой ШП, ну что ты? Ну Руди, ё-моё. Вместе с ШП. Ну ты так и скажи, Руди, вот. Видишь, как я думал, просто. Они меня поймут. Вот. Ведь. А как мы тебя поймем? Ну, я забыл, как называться. Так уж и быть, я признаюсь. Сейчас портал появится. Портал, милики, бейте все портал, иначе я вас кикну, дам ГП. Испепеление захиливайте с гапку. Руди, выбегай. Захиливайте. Скоро вулкан появится. 15 секунд еще. Все бросты от него давайте. И чешки потом тоже свои прожимайте. 5 секунд до вулкана. 4 секунды до вулкана. 3 секунды до вулкана. 1 секунда, 0. Давайте все переключаемся. Диспейте сначала, переключайте вулкан. Сахар давай, утроп сахар давай. Лейла, поигим на ХП. Лейла, поигим на ХП. Я на тогда покопаю. Пой. Добивайте сначала этих бомжей. Бомжей этих добейте до начала, потом уже бейте голос. Все. Молодцы. Ирнжу, пожалуйста, возьмите холипал с шаманом. Уйдите оттуда. Вот так вот. Прикасты хилить. Так, сейчас добычу на себя здесь поставлю. И добивайте босс. Меня сейчас хилите. Эй, хил меня, хил. Добивайте уже его. Все, молодцы.
уроком тем, кто смеет беспечно... Так, тишина не упала. Босса пока не запускайте. Давайте. Бля, будете линковать, кто там победил. Потому что я аддон забыл включить. Кто победил? Бля, кто запустил? Да забей, ранние рецепты, все, на основном забей. Да нет, там есть малыши, которым надо. Так, ладно, давайте я пока себе все возьму. Шан, уберите, что-то. Блять, у меня места нету. Уберись до темы. Слышишь, Шанан? Скидывайся, давай. Нету, нет. Тему убирай. А что? Ну или войду. Будет офис. Он потом получит. Так, это я думаю, ВВ надо. Так, а это войду. Да. Так не запустили же, чувак, кричите. А, значит, не показалось. Просто я видел, кто там чем. Ну, ивент пиздел. Я уже боялся, что запустили. Сейчас я запущу. Так. Опять же, не упал. Мы уже почти на ДБ. О-хо-хо-хо-хо. Да, я чувствую, сейчас здесь упадут. Кидайте выкройку, кому надо. Они пытались нас оклеветать. Кинешь еще, что там кому обмен. Так, а что я спиздил? А, я сферу забрал. Кто там победил? Давай ему. Хорошо, давайте сферу. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Скажите, кто победил, я пока выйду, включу аддон. Давай, Алькадий, я нас одеюсь. Хорошо, я тебе потом отдам. МК... А, хотя ладно, оставайся. Уверен? Пока да, сейчас. Че, может мне в прото? Да, ты естественно. Может Вальда сейчас пикнем, ты будешь лучше будет в ФДК. Так. Да Холли сейчас... говорил. Не, это я пускай никель спекается. Главное, чтобы как в прошлый раз не было. Смотри. Да не будет, я сейчас объясню, что кому делать. Майди, дайте столик. Что сказал? Так, давайте пока чек на готовность. Короче, каждого увидеть. Так, короче, для танков. БДК. Ты забираешь звезду. Утроп, ты забирай кружочек. Войд, забирай ромбик на себя. Так, Холь, я надеюсь, у нас Рапала нету, то я его тогда упустил. А, есть, сука. Так, давай, никель, спекайся с этого танка. Ты будешь забирать на себя... Тут 4 милика. Я не сейчас забираю. Так. Кто, никель, да? Ты сказал? Да-да-да. Крестик, вон там видишь паладина? Вижу. Вот, ты его забираешь танком, объясняю, что делать. Вы... Сейчас, кстати, на себя черепок поставлю. Вы сюда их ведите и все. И хилы тоже можете там подойти поближе, чтобы могли их захиливать. А РДД вы будете стоять черепочки, абсолютно все. Не дай бог вы туда побежите. Будет вам полная пизда. А Кралька... Сейчас метки танки будут спадать, так что запоминайте их. Звездочку видишь? Знаешь, что с ней делать? А Ягер? Не, не надо. Будет в локе. Кралька, ты здесь? Диана. Ну ладно. Хи-ро-ши-то. Ты тут? Ты знаешь, что с звездой делать? И знания покидаешь? Молодец. Так, по диспелам. Пускай Хопка диспелит массово, а я буду диспелить точечно. И петах своих опять же на диспел ставьте. Далее, кого... Вот,
мы уже идем к этому делу. Первым мы будем заливать звезду. Второго мы будем заливать кружочек. Третьего мы будем заливать... Так, Анта нету. А, не, есть. Есть тогда Анта. Ошибка. Тогда первым будем заливать звезду, кружочек. Потом мы будем заливать ромбик. Дальше я буду ставить метки. Сейчас же никто не идет, все стоят в черепушке. VW, ты здесь? АДК. Объясняю тебе, что делать. Ты подходишь в центр. Тянешь сюда звезду. В центр подойдешь, тянешь. МК, ты стоишь тут и тянешь звезду сюда, к нам. Все. Больше ничего не надо делать. И кидайте, пожалуйста, оковы. Дубашек там тоже кидай свое поддержание, швыжили, чтобы он не убежал к миликам. Потому что они могут убежать туда, и будет пиздец. Все. Ну все, все поняли. Танки, идите, начинайте, а мы стоим, РДшники. Сейчас ДКшники их потянут. Тяни звезду, и МК тоже тяни сюда. Все, кидайте оковы. Можете Геру дать. Геру давайте. Геру. Все, бейте звезду. Потом к кружочку подойдете. Танки водите, куда я сказал. Бейте кружочек потом. Геру диспельте. Геру диспельте. Эфир давайте по КД. Так, тут Шакул, очень опасно. Куда ты его ведешь, утроп? Я же объяснил, куда его надо уводить. Он убежал, он прожал этот вихрь, Сусь. Я понял. Уводи его. Катитесь, если что, РДДшники, там дефобилки, что угодно прожимайте. Бейте кружочек. Кружочек главное заливайте и помогайте диспелить, потому что я бывает тут прикаю. Все, у нас упал один. Пиздец. Вот вам и ДБ. Я как понимаю, Вар его убил, да? Это очень печально. Добивайте сражочки и бейте второй ромбик. У нас еще один упал. Азинерон, ты станешь сам? Что у нас, БДК? Блядь, БДК, ты не можешь руку удержать. Пожалуйста, забери его, алло. Бейте все ромбик, заливайте его. И знания, пожалуйста, кидайте на друида. Добивайте ромбик. Собирай, пожалуйста, рогу на себя. И паладина забирайте. Блядь, танки, ну что с вами? Стоп, встань, я орёл, блин. Так подальше надо уводить, подальше. Но так не дается он. Его, блядь, то фиряют, то еще что-нибудь делают. Глыбу диспел, глыбу диспел. Глыбу диспел. Сейчас, короче, будем заливать рогу, кружочек. Сейчас поставлю, ой, звезду. Сейчас метку поставлю. Давайте, заливайте, сейчас все звезду. Тромбик сначала добейте. Добивайте, добивайте. Давайте бьем звезду. Сейчас метку поставлю. Он все-таки увел. Бейте из шамана. Я думал, он его сейчас не уведет. Бейте звезду. Звезду бейте. Так. Не, таким там греть лучше не стоит. Всему надо заходить танчить. Бейте потом звезду. Я же думал, мы ДБ сделаем. Ачивку все получим. Убивайте уже эту звезду. Смотри, утроп, как он пикоп. Бейте друида хила. Жесть. А, изгнание уже можно не кидать. Попробуй на него пойти. Вперед, типа, он будет отступать.
Вы посмотрите, все мобы на меня агрятся. Давайте-ка я отойду в сторону. Да, уже... Смотри, он бежит за мной. А что нужно делать в таких ситуациях, если он бежит? Агрогенератор, походу, дело сломался. Они все, смотри, ну попробуй, начни бить нового. Бейте, крест. Так что делать, если моб бежит на тебя? Что, никто не знает? Но не совсем. Бабл, камень возвращения. Да, вот, камень возвращения. Если вы понимаете, что он пиздец, сразу камень тыкаете и все. Ну, походу, так бы пол рейда сделал. Даже макрос есть на такой случай. Да, это уже дело, когда я уже вижу, что, бля, все вайп, бабл дисплейте, сразу камень был ран, чтобы шмотки не ломать. И потом берите его звезду. И ничего, ну, никто из бабл не подисполет. Тут шмотки не ломать. Мы, походу, сейчас с тобой убьем этих мобов, да? Бля, я уже по мане сел, охуеть можно, обычно из-за лима не сажусь. Я уже раза три сел. Дубасик танчит моба. Охуеть. Беги, малышка, беги! Ничего, на следующий... А, я ж уже не будет, я ж влетаю в канат. Через, может, две недели соберу ВК на ДБ. Более серьезный рейд возьму. Я как мы тебя поймем? Ты же с акцентом уже будешь разговаривать. Я не знаю, что там будет, мне кажется, там будет очень весело. Мне главное узнать, как правильно включать душ, как правильно там сходить в туалет, потому что там сказали, там, бля, хуй пойми, как включается вообще что. Там же не то, что вот у нас краники, а там, бля, кнопки, там все цифровое. Там и машины летают. Не, машины там не летают, но я знаю, что там все цифровое. Вон этот кнопки, на кнопки нажимаешь. Знаешь, как в комедии, когда не ту кнопку нажимаешь, а потом у соседей твою жопу танцуют. Да, так себя, да? Так ты куда? Ты в Канаду или на Канары? В Канаду. Там, где хоккеисты, да? Да, там, где хоккеисты. Там, где почти Америка, да? Ну, почти. Там, где Терренс и Филипп. Что? Ну, Терренс и Филипп. Ага. Туда? Так, да. Бастик отдаю. А, нет, твой бибист. Держи. Королька, потом кинешь мне бен сферу, я тебя дам. Я не забыл. Так, троп, Трогоса, держи. Так, ВВ, я понимаю, тебе этот топор надо. Держи. Так, ну остальной хлам я выйду, отдаю. Кому надо, напишите ему. Так, ну это можно тоже ВВ дать, мало ли он танком захочет быть. Так, воет, спекайся в кота, Кралька, на. Держи. И восполняйте свои манны, ребафайте павших. Рыбу можете поставить. Я запускаю. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Так, Терагоса возьмешь справа портал и напулишь на попало. У нас труп будет. Килы, пожалуйста, не роняйте танков. СС... Хирошита, кидай сейчас на утроба, а Кралька кидай на БДК. Так, а рыба есть у кого? Бля, мне ману надо снять, мне опять не хватит. Что-нибудь пожрать есть? Спасите меня. О, спасибо. Сейчас я поем. А почему именно как? Нихуя вы мне ино разолили. Тогда чек на готовность. Слышь, ну на чего именно Канада? Ну, мы что-то советовались куда. Такие, ну давай в Канаду, типа, полетим. Ну, я сказал, ну давайте. Я не против. Только единственное, что дорого, мы, получается, 1500 туда и 1500 назад. Все, БДК, танки вообще начинают. Танки летели, БДК тоже лети, не стесняйся.
На пол на него дайте, главное. Потому что мне кажется, что с этого БДК кто-нибудь сорвет. И не ловите сверки противоположного цвета БДК, забирай. Плоды смены цвета, я скажу. Ах, ха-ха. Если хочешь, МК с нами можешь полететь. Буду вашим паспортом. Так, раз спецспособность. Внимательно, внимательно. Очень внимательно. Так, нам повезло. Бьем дальше. Вот видите, нам даже тут идет. Да, поднимай. Блять, я сам встану. Блять, Хилы, что с вами? Поднимай, Гапо. Представь это, блять, я опять упал, сука, я еще и покинул тело случайно. Да, по РЛ-те кто-нибудь, сука, я встал и тут же покинул тело. Ну, сдох. Расслабься, я по РЛ. Короче, давай. Бьем. Падаем. Бьем, не слушайте тело. Больше кем. Без способности 5 секунд. Так, смотрим. Смена. Сбиваем щит. Так, РЛ отдал войду. Чтоб лот смогли взять. Танка поднимите бегом, любой друид. Я... СС должен быть. Танка за хилера. Разжимайся. Забирай до погибли. Любан бы ты бы сделал. Угу. Убили. Убили? Все, я захожу, Войт, раздай лут, пожалуйста, потому что я ж тело покинул. Я дал тебе пока РЛ. И лут на себя возьми. На себя лут возьми. О. Один рот вот здесь танков бьют. Еще раз. Войт, потом спекнешься в свою мишку. Так, ну в принципе, уже большую часть раздали, я пока могу запускать. Потом пробафаете меня, ну и всех остальных. Мы примем любой вызов. Второй лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный... Так, а чё я регенивал? Ты не регенивал сейчас РТ поставил? Кто-то за него? Он беседки написал, что завтра он регенит. А, ну хорошо, я уже думал, что он регенит. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы... Интересно, а как канадцы относятся к белорусам? Знаете, как думаешь? Кто такие белорусы? Вы так бездумно строили свои дома. Кто-то думает, что ты русский? Привези им картошки. Я могу водки привезти. Не, ну мы водку по-любому с вами возьмем. Они же там водки нету русской. Они по-любому надо. А, Вой, дай мне ассиста и РЛ что-нибудь. На РЛ, ну сойдет. Пробафайте, пожалуйста, лапку еще дайте. У меня лавки нет. В общем, БДК. Ну, вот сейчас на себя звезду поставлю. Вот отсюда щелкаешь свой ОП и поворачиваешь босса. Танки там сам определяйте, кто слева, кто справа захочет. Мне все равно. Давайте еще один чек. Кулак, пахан, туда дайте. Так. Все, вам дали лапу. Хиралька, ты здесь? Ой, кулак. Вон рыба, кстати, стоит, видишь?
Давайте последние боссы спать. Ну, кто в доту, кто спать. По-первых. Небольшая реклама. Нужны люди здесь, КМВР, доту 2. Если есть такие, мне в ПМ. Им после ВК можно сыграть. Сколько К ММР? 10К. 10? Кулак дайте под ДК. Это же безумно много. Ну ладно, это я шутя. У кого есть Dota 2 и кто хочет сыграть, просто пишите. ДБДК, ты готов? Все, ты вроде готов. Запускай. БДК. О, ну тут и танчи. Нормально. Эй, утроп. Что ты сделал? Веди их в мини-зону. Зачем вы кидаете оковы нежити, шипешки? Бейте, этот держак нужно залить, заливать. Оковы не надо кидать. Заливать этот держак. Его нужно слить обязательно. Молодцы. Далее, сейчас появится снова держак. Его вы можете не бить, вы можете бить спокойно босса. Потому что босс у нас закопается, и мы и так успеем его потом залить. Может, одну хоть один из сферы собьем? Да, это обязательно. Ханты. Бейте. Хотя там есть под боссом. Там бы я хотел, но сбивайте. Бейте босса. Чистый дамаг босс. Меткой в лужу становитесь. Вот я глаз на тебе. Беги в лужу. Добейте одного моба, их не успели. Потом его зальем. Долейте там того. Все, бейте пока скоробеев. Лейла. Ой, пожалуйста, гимн на ману. Атем даю. КД? Атем даю. Ну вот, отлично. Нет, кто слышал, что КД. Вон, добивайте того моба, который закопался у нас. Сейчас босс появится. Оп. Ну, тут и стой. Так, этих помощников вместе с боссом будем сейчас переводить. Давай, ведите их. Ой, под босс ведите их. Давайте, давайте. Все, вот этих мобов надо слить обязательно. Это последняя пачка, так что поднажмите. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Вы любите, молодцы. Ты добивайте этих мобов. Сейчас босс переведется. Так, отдаю Геру. Бейте босса. Полипал, сидишь на танк. Танков и хилов на фул. Давайте, давайте. Не надо так прохиливать, цепуху не кастуй, шаман. Давайте, давайте. Поднажмите. Чуть-чуть осталось. Кильте танк. Можете уже не хилить особо. Так, убьем. Молодцы. Так, Войт, на тебе добыча. А если она на тебе, то ты и раздавай лут. Пояс упал, сука. Ну нахуй. Так поставь на себя. Да ты его все, уже поздно, на тебе.
Ну давай. В смысле лень, блять? А мне не лень, блять, и давай. Давай раздавай. Так а что ты делаешь сейчас будешь? Ладно, сейчас. Тогда с тебя минус 200 ИП. Естественно, за добычу. Так. Сейчас я вам все дам, подождите. Давайте сначала начнем. Самое главное. Это все-таки трофей. Можете его. Не знаю. Где-нибудь повесить. На полочке поставить. Да. На. Так, сферку давайте. Блять, заряженный ролл на рецепт. Я отвечаю. Так, утроп и LG давайте.